И вот перед вами место, в котором я еще не был. Видел только издалека, потому что проход был закрыт, сейчас он открыт. Это храм, который перевезен из деревни Сидозера. И он был в очень-очень плачевном состоянии. Церквушка доживала свои дни. Ну и благодаря мандракам она теперь вот в таком виде перед вами. Отреставрированная, восстановленная и вполне себе вот такая. Можно зайти, посетить спокойно вход. Здесь даже какие-то служители вот на крылечке. Только что недавно были колокола повешены. Сейчас зайдем внутрь, посмотрим. И были часть ее царная, ну еще работы ведутся, как я понимаю, наверное, скорее всего, что видно, что люди и рабочие здесь, так скорее всего, там был второй этаж или как это было, не понятно.